Любовь моя, у которой любить. О, так можно? А, читать да. И с мужем. Да с мужем, чем мы, блядь, слепые. Привет, ребятишки. Ой, подляк уже нормально. Да. Что ты карабкаешься? Привет, солнышки. Привет, зайчики. Меня давно не было в эфире. Хочу вам сказать приветики, привет всем. Время подходит к ночи. И мы с Гарусей скоро собираемся спать. Потому что нам рано не вставать завтра. Куда, Гарусик? На отбеливание зубов. На отбеливание зубов. А тебе тоже отбеливание? А нет, у меня другие процедуры. Гага. Да, это она. Красотка. А как ты так? Блин, вы же тоже губы качали, алё. О. Ребят, как вы думаете, нам надо еще подкачивать губы? Да не, у меня и были нормальные, мне верхнюю только подкачать. Мне тоже мне надо верхнюю чуть подкачать. Леди. Да, вот завтра, ну, скоро я поеду снова сделать реснички. И вот хочу, думаю, вот мне, может, губу надо еще сделать чуть-чуть. Я тоже буду, я скулы буду делать и губы. Скулы? Угу. Нет, они еще не прыгла Костина с парашютом. Инна, передаю тебе привет. У нас хорошо дела. Мы вот приехали с Кировграда вчера. Прикольно там отдохнули, потусили. Я познакомилась с Аниными подружками. Они замечательные девчонки. Познакомилась с мамой. Пили чай, ели торт, борщ, салат. Думаете, супер, да? Не надо, скул тебе пишут. Угу. Приезжайте в Тверь. Надеюсь, скоро у нас будет тур по городам, и мы ко всем к вам приедем. Будем фоткаться, обниматься. Леша просто сделал скрин и скинул мне в WhatsApp, где мы такие бомбы две. Давай посмотрим. Чао, бомбита, сеньорита, этот пожар был без огня. Пламя твое. Я с Гарусей. Не для меня. Ага, он скидывает, я болею за Зарину. Сейчас напишу, ах ты гном. Кто победил, вам сказать? Да-да-да-да-да. Я не могу, ребят. Это против правил. Да, мы сейчас в Москве. Астрахань, передаю вам привет. И, надеюсь, и в Курск приедем, и везде. Скоро разберемся, в какие города будем ездить, и вы об этом узнаете. Узнаете, ребятушки. Не смотрите на мои реснички, они мне чуть-чуть отпали. Потому что я себе делала ресницы первый раз. И особо я не знала, как, ну, вообще это за ними следить. И я же вот так всегда глаза оттерла. И у меня отпадывали вместе с моими. Давай шуточку прям так говорить, как будто я не знаю. Они у меня там лежат уже заготовленные на 10 лет вперед. Это же невозможно. Нужна ситуация, нужен человек. И тогда будут шутки-мутки. Шутки-мутки. О, в Беларуси, я бы хотела в Беларуси. Ань, ты бы хотела бы в Минск? В Беларуси? Угу. Прикольненько там, наверное. Я не знаю, что там. Ой, в Казахстан очень хочу. У меня там очень много родственников. Там Олеся. Да, но у нас там редактор Олеся наш. Мы тебя любим. Если, Олеся, ты это смотришь, мы тебя любим. Все получится. Я 10 лет чистая после пятёрки. А, ну, хорошо. Чего 10 лет она? Чистая. После чего-то я не знаю. После чего? Поняла. Чистая, 10 лет моешь. Чистая. Да не, ну просто она убежала вверх. Go в Тюмень. Скоро, кстати, в Тюмени у нашей Анжелочки будет фан-встреча. Ну давай, без пиаров. Пожалуйста. Ну там, она сама выкладывает. Ну я шучу. Будет тур в Архангельске. Прям в целом Архангельске, прям по Архангельску тур. Не знаю. По разным районам, в подъездах просто. По-мексикански. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola, la, mucho gracias. Amigos. Amigos, что там еще говорят? Полина, ты лучшая? Да, Полин, наверное, ты лучшая. Если мне пишут, что да. Они думают, что тебя зовут Полина просто. Привет, сладенький, привет. Вам тоже сладенький. Сочи, привет. Сочи. Здравствуйте, Зарина. Когда вы в Тюмени? Не знаю пока. Что спеть? Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Я тебя не
забуду, я тебя никогда не увижу. Да, мы проходили медосмотр перед школой леди. Ксюша и... пишет. Что? Что не отвечала? Ксюшечка, любимая моя, я тебе хотела записать видео, но почему-то у меня не записывался. Потом мне Катюшка-шаманка почистила телефон, я хотела тебе отправить. Мы просто сегодня были в таком месте, где, ну, как бы, трудные дети там были. Мы делали с ними карты желаний, разговаривали. Они очень хорошие, милые девчонки. Вот поэтому ты когда мне звонила, я сейчас тебе перезвоню обязательно. Да, вот что, мы делали медкомиссию, проходили перед проектом, потом были, когда были на проекте, ездили, ну и потом еще у нас была, по-моему, одна, да, когда мы в больнице были. Я играю. 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 Хорошо, Ань. Спой. Дыхами дыши, стихами дыши. Прошло... Не буду по тебе плакать, fuck you, создать мораль. Раздать мораль, абстрактно пытаюсь хоть как-то прошлое. Не буду по тебе плакать, fuck you, создать мораль, абстрактно пытаюсь хоть как-то. Не, уйду, музыка, не, солнце. Ой, забываю. Солнце с рассветом. Солнце с рассветом. Мысли-куплеты. Мысли-куплеты. Я там, где ты. Я там, где ты. Смотри, такие милые щечки тебе идут, не худей. Нет, а, кстати, вот эти щечки, они мне всегда... вот мне не нужен животик. Он мне не нужен, мне мешает. Он тянет меня вниз, на дно, на дно. А я хочу брать, убрать его. Зачем же нужен ты мне, мой живот? Ты делаешь мне только больно. Уходи, идиот. Бусинка, привет! Ой, сегодня познакомилась с милой девочкой, она была там самая маленькая. Я ее назвала ее Бусинка. Губы качать мне было очень больно, а Аня не так больно, как мне. Мне меньше кололи же. И меньше кололи. Еще у меня вот брови с ума сошли. Да, мы живем вместе. Мы живем вместе. Вместе мы сила, вместе команда. Потому что пацан, да. Пацан, да. Пацан, да. Ой, вот так лежу, как будто я вообще. Что? Ну, такая вообще, мне вот точечки придавили. Где я такая волоса? Блин, Зорь, ты меня пугаешь, что ты так ржешь. Аня, кстати, боится, мы недавно были с ней в гостинице, а я всегда, ну, не знаю, ну, люблю криминальную Россию смотреть, всякие расследования ФБР, ну, что-нибудь такие передачи. Аня говорит, Зарина, выключи, я боюсь, мне страшно. А я еще хихикаю, она говорит, у меня еще так страшнее, выключи, пожалуйста. Так смешно. Выключи звук, потому что я лежала, а мне просто там слышно, и вот он идет там где-то. И у меня вообще, мне кажется, как будто он сейчас к нам зайдет в номер. Для кого это? Нет, все? Почему Аня в комнате в другой Костина? Ой, да, Настенька, мы приедем завтра. Вот мы легли пораньше спать, чтобы приехать к тебе. Киркорова. Филиппа. Обожаю. Любишь Филиппа Киркорова? Я вообще его фанатка. А какие у него там песни? Блин, какие получились? Зайка моя. Зайка моя. Я твой зайчик. Рыбка моя. Я твой котик. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Шуби-люби-пу! Привет, привет. Астрахань. Да, я сохраню эфир, ребят. Астрахань, блин, не плачь там. Передай привет, Ангелина, Ангелина, привет. А, цвет настроения синий, нет, я цвет настроения синий, не люблю эту песню. Я люблю что-нибудь такое, старенькое. А, я, девчонки. Казахстан, привет. Мы еще решаем, где и как жить. Но пока мы здесь, пока мы с вами, и вот. А вот это зуб акулы. Мы убили акулу с Аней Костиной. У нее один зуб, а у меня два.
Ну, не то, чтобы это была акула всего с двумя зубами. Просто они достались нам, эти два клыка. Привет. Пончичек, это мило. А, фиолетовая подровнее ты и я. Жизнь такая. Я в прямом эфире. Ты акула, ты ж беззубая. Завтра мелочи. Беззубая, безумная. Безумная. А акула? Ты про себя пела, шеф. Ты про акулу. Ты безумная. Мелочи, ты про уже хейдесятки машин. А, это прямой эфир. Ставят разноцветный шин. Да нет, ты нас все слышала. Белый крошка, серый камень кем-то для других оставит. Слово ждать и слово всюду. Их не помню. Я сам не помню. Мне 19 лет, я не знаю таких песен. Элечка, передай привет. Домой. Вау. Привет. Это красивый грузинская женщина передается им большой красивый грузинский привет. Уаса! Что происходит? А где мужья? Нам просто пишут. Мужья спят уже. Да, в другой комнате. Все вместе. Беззубая, я же говорю, там беззубая. Там не поется беззубая. Откуда ты знаешь это? В смысле? А что у вас пропаганда? Тихо, у вас концерт по заявке? Нет, просто. Костина там в этом. Аня, Костина, ты хоть люди думают, что тебя нет с нами. Аня, можешь давай, прийти к нам? Мега эфир. Мне вообще показалось, что ты гуд. Ты просто посмотри, какой ты пельмень. Псков, реально, передаю тебе привет. Маленькая пельмешка. Лезет еще, Аня, хайбан. Давай, Эля, иди сюда. Эля, ты такая худенькая. Иди, закидывай свою башку. Аннет. У нас банда. Банда Лаванда. Возьми его! Зарина, я кинула тебе вопрос, запрос, возьми его. Сейчас смотрю. А тут можно втроем? Нет, я просто не бегла. Можно? Нет, там только... А, да, блин, жаль. Блин, Ань, тебя не найти теперь среди людей. Ты прям ебал. Лицом лезет. Мне так удобно. Ну, конечно. Зачем вы, девушки, красивых любите? Теперь нас будут. Да нет, ты чё? Непостоянная. У них любовь. Бросайте.